Сразу разведка. Канак, дуре, нуль! Это что-то ваше по пьяному, да? Да. Да, гномик, гномия. Так, к нам приехал айдишка. Кто это, блядь? Это чертов флаг, блядь. Айдишки? Ничего себе. Айдишки, блядь. Так, Лёш, пожалуйста, больше двух раз не спам. Видно, чат слишком быстро улетает. Да, айдишки в замке. Айдишки в замке. Под ебом встречаем, ребята, алло. Почему цель, блядь, залетает и продолжает биться? Понял? Айдишек вроде даф, разве меня с трапа подорвали? Понял. Откуда у них там трапа, интересно? Время. Ну, они же заранее присуманились и заранее их поставили. Век 10 с застройкой. Что? Вазды, айдишек. Вазды в человек 10 с застройкой они. Бля, вас целую, это... Дайте работягам пометить кип нахуй. Травят, может, того самого. А? Разов пометил. Так, фазы помечены. Быстренько берем лошадей, все-все-все берем лошадей. Меточку я поставлю, надо очень быстро вот их, да, снять. Да, что за бредовая осада? Значит, на кого работягам? Работяги пусть... А, на нас уже... У нас рейд. У нас рейд айдишек, работяги пусть выдвигаются на воздух и снимают их. Отправлять, да. Ребят, оставить отставить лошадей, пошли айдишек встречать. Ешки нажали. Купола 3, 2, 1. Поехали. Залетаю. Зашел вовнутрь, дал ульту. Прошли, пошли, работаем. Проходите вперед, проходите вперед. Движемся вперед, движемся. 9 часов, 9 часов, 9 часов. Тьфу, блядь, прошу прощения, 3 часа. Айдишки решили подраться с нами? Так, айдишек, все, верну. Добили вот эти айдишек, добили айдишек на подъеме, добили айдишек на подъеме здесь. Хорошо, возвращаемся к кипу. Нет, я хочу их убить. Вернулись к кипу. Пометь, пожалуйста, работяг цветом каким-нибудь. Вернулись к кипу. Вокруг кипа 3 часа заминировали. Они собираются, ну, короче, недалеко от своего кипа на подъеме. Работяг пометил. Обновили ловушки 3 часа. 3, 12, 6, везде поставили по ловушке. Сейчас этот долбоёб с работяг, блядь, нам все говорит, ловушки. Говорит, отправь работяг на воздух, пусть пикают с города, пока нет флага. А, я им сказал, они уточняют, точно вазды с айдишками? Обязательно. Не надо уточнять у меня, пожалуйста. Я вам что, блядь, вру, что ли, сижу тут? Надеюсь, с десятерами они справятся. Так, ребята, хорошо, подошли ко мне. Спасибо. Подошли ко мне, подошли ко мне, подошли ко мне, подошли ко мне на меточку. Блять, почему опять не так метка? Да сука, пошли за мной. Так, вот здесь стоп, остановись, Жей, разбав. Айдишки на работяг. Пошли вперед, пошли вперед, пошли вперед, пошли вперед. Пошли наперед. Мы задефаем. Пошли, пошли, пошли. Встречаем, пошли, айдишек сработаем, айдишек работаем. Только здесь, дальше не проходим. Спилили здесь. Все, дальше не проходим. Дальше моей метки не идем. Пошли со мной. Белые точки только защищаем. Вот подъем идут. Подъем идут. 12 часов. Пошли на 12 часов. И пошли подъем. Тоже на нас идет. Пошли. Ой, фарзы к нам заходят. Наркоманы. Хорошо, работаем. Все, фарзы. Остановились. Они на нашем кипе уже. Так, айдишки. Фарзы на нашем кипе. А, передай на кист. Вернулись на кип быстренько. На кип быстро, на нас фарзы зашли. Быстрее на кип. Все резко вернулись до кипа. До кипа. Залетаем. Без команды. Сошел под кип. Дал ульту, работаем. 12 часов. Все легко. Это не сложно. Это не бомжи, это не обосравшиеся. Здесь легко. Работаем. Остатки дочищаем. На 12 часов отработали. Вниз можно спуститься, добить. Обновились 12 часов ловушки. 12, 3. Так,
Горида, подойди ко мне на мою меточку. Горида, на мою меточку быстрее. Бегу. Сейчас рейд идешь. Смотри, пошли за мной. А, так, ребят, все на 3 часа, все на 3 часа. Бегом, бегом, бегом. На подъем Адишек идет. Подъем Адишек. Готовимся встречать. Какой пошли, пошли, пошли. 3, 2, 1, врываемся. Сразу на подъеме встречаем. Зашел, дал ульту. Блять, убейте. Заходите, заходите, заходите. Зашли, убили, зашли, убили, зашли, убили, зашли, убили. Зашли, убили, вниз спустились, убили, вниз спустились, за ними, ниже, ниже. Короче, Горида, смотри, вот где мы сейчас залетели, оставь одного человека, пусть смотрит подъем, айдишек тебе передают. Одного человека поставь, чтобы он видел. Слышишь? Принял? Принял, Горида, принял? Да. А, все, хорошо. Так, разрез и вернулись до кипа. Сейчас борзы придут. Так, нам пару флагов, а потом можно будет что-то работать. Есть сегодня пушкари? Пушка 2 минуты. Вернулись к кипу, готовимся встречать. Мы их удержали там внизу несколькими человеками. 10 часов подходит. Там внизу вообще... несколько человек. Сейчас, одну секундочку, ребят. Так, Адишки поднимаются. Все на 3 часа, все на 3 часа снова. Адишки поднимаются. Пошли, пошли, пошли. Все на 3 часа, движемся, движемся. Сразу жмем. Залетаю, залетел на подъем. Сразу вниз подъем подходим. На подъем подходим, работаем. Работаем на подъеме. Хорошо. Пару раз из 12 собрались. Резко на 12 начинаем отходить. Блять, а что меня убило? Вернулись на кип, 12 часов форзы. Вернулись на кип, 12 часов форзы поднимаются. Встретили, убили. Так, наемники. Даю вам... Айдишки поднимаются. Хорошую задачу. Идете на подъем с 3 часов, где айдишки поднимались, и работаете там. Самостоятельно можете работать. А айдишки наверху уже. Еще несколько человек я вам отдам туда сейчас. Айдишки же наверху. А нет, не наверху. Пошли на 3 часа все вместе. Пошли все на 3 часа вместе. Тусите на 3 часах на подъеме, где айдишки, собственно, сливайте их до того, как они поднимутся. Пошли, 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 пошли. Айдишки горку заняли. Добили, 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 все, отлично. Молодцы. Там работяги. Пушка работяги. Смотрите через пушку. Ставьте, ловушки поставьте на подъеме. Добейте единичные цели. Инфу по кипу, если форзы поднялись. Пожалуйста. Таир, на ком пушку ставить? На айдишек ставьте. Можете прям с кипа нашего стрелять. Скорее всего, да будет достреливать. Ну там найдите, короче, место. В общем, работяги, поскольку ВАЗДов вообще не видят, и не видят смысла, пока на них идти, они на айдишек хотят пойти. Давай сделаем размен. Немножко заманим айдишек сюда, а работяги пускай на них зайдут на кип. Ну, ВАЗДов вообще не видно. Так, пока дефимся. По нам пушка работает. Еще раз, смотрите часы, откуда она стреляет. Ульту заливайте, пожалуйста. Где-то со типа... стороны айдишек, скорее всего, стрелять. Посмотрим. На 12-11. Ой, с 3, по-моему. Блять, вот же... Вот же у нас, блять, такие любители... Спасибо, спасибо, спасибо. 200 соточку уже накопилось. 300. Хуй пойми куда, что пойми. Но куда... Но у меня в спину ядро пролетело. Зараф, ты там... Ты на чем? Тебе просто сверху, блять, упало. Кролик, ёбаный стыд. На ком Зараф-то молчит? Зараф на страйкера. Ну, работяги уже выдвинулись. Да-да-да, Зарафу заливайте. Вот у теперь сейчас. У меня есть 300 ульты, могу 200-ку и соточку дать. Все понял, вас да ушли с осады. Тогда ладно, хуй с ними. Тогда работяги пусть работают по айдишкам, мы в два фронта будем дефать. В целом мы справляемся с собой. У нас фарзы за стройку ломают тут. Ребят, вернулись на кип, к нам поднялись форзы. Почему об этом никто не говорит?
Опять языки в жопу запихали. Быстрее вернулись на кип. Все отбили. Они собираются кучкой на 9 часов от кипа. 9 часов от кипа, пошли фарзов в третьем, пошли в фарзов, 9 часов от кипа. Вот они, вот здесь вот небольшая кучка есть. Пошли, пошли, пошли. А это вазды вот, кстати, которых не видно, блять. Они, может, просто набивают киллы свои. Дальше не иду. Возвращаемся. Вазда уже не видно, блядь, чули. Слон готов. Не ушли они. Поехал на этих, на работях. Так, ладно, ребят, все на 3 часа выдвинулись. На подъем, где айдишки заходили, на 3 часа бегом. Пушку-то нашли там, блядь, или пушка нет? Пушка с часу стреляет, это ровно с часу. Вот сейчас прям видим. А пушку-то кто-нибудь будет снимать сегодня или нет? Или мне надо сказать именно кому идти и убивать? Прямо не могу понять. Они, походу, есть прям с башен стреляют. Пошли вниз, спустились. Нужен на пегасе кто-нибудь. Спустились быстро вниз, ко мне на метку, бегом все вместе. Они, походу, с, да, работаем. С башни. Держу паштета. Да. Убили, отлично. Да, пошли да, вперед. Да, на башне стоит пушка. Там, там пушка, короче, на башне, нужен пегас. Убили. Айдишки, да. За айдишки зашли убили, к работягам. Убили, убили, пошли. Пегас с горы можно спрыгнуть, изи. Пошли вниз, спустились, не спустились, не спустились, движемся вперед, движемся вперед. Что там с кипом? К нам пары. 3, 2, 1, ящички нажали, купола вдали, пошли в подкип. Сзади кипа работаем. Давайте, работаем, работаем. Мусульта сзади в спине стоит, у них работаем. Убиваем, убиваем, убиваем. Палаточки ломаем. Ремонтку ломаем. Кто умер, разъезд на кипе, что-то там у нас. У нас у пачка нас... работает, две пачки работают, три уже. Разрезаемся на кипе. Те, кто здесь живой, работайте дальше. Все, кто умер, работайте на кипе. Да, ульту под кип. Блин, мы продолжаем здесь работать. На кипе отобьемся. Так, а мы тут можем забраться к ним на домик? О, там можно вообще с... Там работяги молодцы, зашли на стену. Встаем, 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 работаем. Кресты тут небольшие, рабочие. Все нормально. Не парьтесь. Там уже на стену, можно прямо со стены прыгать, выход в кип тупо. Ёбаные пегасники, блять, с двух часов. Я поеду тогда. Пегас или ланку, на пушке. Дефайся, какой башни. Поеду, блять. Я знаю, где она стоит и как туда запрыгнуть. Или ружьем. Блин, ну ладно, если дострелить, добиваем остатки. Не знаю, с горы дострелить, что так далеко. Артиллерийская у нас почти мертвая, но пушка готова, заберите. Хорошо, ребята, починились. Что у нас тут поломали, починили. Пушки понаставили быстренько. Арту заберите кто-то, так, если это с пушкой. Этих, айдишек все сдохли или как? Да, вокруг кипа да. Почистили точки. Изер, ты все что? Я спасение провел, кто я. Нихера себе форс какой, блять, охуевший. Так, я не понял, я чё, тушку не передал? Да, я тушку не передал. Но по дефа прохожу, да? Ладно, по дефа прохожу, окей. Не передал пушку, тушку. На башне так. Нет пушки. Ой, блять, сука, криворукие. Можно, блять, эту ебаную пушку уже найти нахуй и убить ее. Ёб вашу за ногу, ёб вашу за... Блять, вернись на кип, иди занимайся застройкой. Так, ребята. Я пошел искать. Я убиваю а, пушку, если чё. А ты почему не сказала, где ты ее убиваешь? Только что нашла. Она на самом ближайшей пушке, да? Блять, дантист, помолчи, пожалуйста. Хорошо, ребят, пошли на 3 часа все вместе. Движемся все на месте на 3 часа. Все вместе на 3 часа, где одишки поднимались. Бегом, все. Горит, сколько человек у вас там? 6? 7 человек. Что да? Еще раз? Горида! У меня 8 горида. С наемником. Горида.
Остаешься вместе со своими 6 человеками в дефе, слышишь? У нас рейд на 6. Да, окей. Так, ладно, ребят, вернулись на кип, вернулись на кип, вернулись на кип. Мы сейчас поможем отбиться, и потом вы остаетесь. Слышишь? Пушку сняли. 6 часов рейд, ешечки нажали. Влетаем, без куполов можно влетать. Сразу заходим. К сожалению... Ну да, ульту работаем. Отличная ульта, на самом деле. Двух человек нормально зашло. Работаем, добиваем остатки. Отлично, добили остатки. Внутри кипа зачистили. Пушку сняли, если что, забыл сказать. Ой, молодцы, молодцы, сняли. Все, ребят, 3 часа выдвинулись. 3 часа выдвинулись на подъем, где айдишки поднимались. Пошли. Пошли. 3 часа, 3 часа, 3 часа. Горида в дефе. Слышишь еще раз? Как принял? Да, я слышал. Все, хорошо, понял, не спускаемся. Мурку ёбнуть. Выебать его, блять. Догнать и разъебать. У меня в руках. Держи. Сейчас выйдет. Добивай его. Фарпост. Пошли вперед, вниз. У перекрестка. Пошли вниз. Он спасение нажал. Вниз спускаемся, спасение нажал, хорошо. Вниз, 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 быстрее, 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 вниз, вниз, вниз. Фарпост на сразу встречаем 9 пацанов. Часов прямо у границы проходим, внизу, вперед, где проходим, дальше вперед, дальше вперед, дальше вперед. Дальше вперед, айтишки, начинаем работать. Заливаем. У Фарзы или у кого? Стилеры, блять, набегают сразу, крушены. Продолжаем работать. И разрез дали? Разрез вышли. Нормальный рейд вошел, не осилим, надо больше, чем мы. Встаю. Все, кто умер, на кипе встаем, отбиваемся. Все, кто умер, на кипе отбиваемся. Бля, обожаю эти обновления от лучников, апы, блять, ебать того рот. Ладно, те, кто умер, отбивайтесь на кипе. Все, кто живой, отходите оттуда. Может, на айдишек отправить одну пачку с наемниками, и достаточно, работяги вроде справляются. Ребята, на кипе встаньте. Вазды еще приперлись. Встаньте на кипе. Я же говорил, что вазды там будут. А мне говорят, да нету их там, блять. Ну ты че? Старый, блять, долбоеб, блять, нахуй. У них на 9 часов от нас флаг внизу стоит. Понял. Я займусь. За этот, ребят, подождите, сейчас рейдом. На кипе отбились, собрались, и сейчас на 9 выдвинемся. Отлично, вижу. На 9 часов начинаем, ребят, вниз. За мной идти. Пошли, 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 пошли. Движемся. Здесь вот по хребту спускаемся вниз, спускаемся. Газировку ёбнить. Ага. Дальше вперед. Только если бы попинговали на этот. А, вот, вот в рейд. 3, 2, 1, встречаем их. Пошли в них, пошли, пошли. У них там флаг в самом левом краю зоны. Дальше вниз, дальше вниз. Проходим, проходим. Проходим дальше. Вот он флаг, перед нами, заходим в него. Ребята, ребят, ну пройдите до флага, что ли, я не знаю, там, хуй его знает, блядь. Опять пушка начала стрелять. Ладно, один буду брыгать нахуй под флагом. Пушка с 2 часов работает. Кручусь под флагом, почти снял его. Дантист, еще кто-то был один. Да, все сняли, молодцы. Добили остатки. Добили остатки. Там же работаем. Нужен пушка там же, говорят. В прошлый раз убил. Где сняли? А, хорошо, сейчас. Как его? Луиза, отработайте по пушке. А, опять оттуда же стреляет. Да, да, 2 часа. Я займусь тоже. Все, ребята, добили остатки. Собираемся на кипе, сейчас на айдишек выдвинемся.
набираемся на кипе быстрее. 20 минут пошел, так что палатки надо держать. Переставляйте. Нет, угни. Пушка не там же. Ну, снаряд оттуда прилетел сейчас. Ну, ближе к трем, наверное, возможно. Еще. Короче, хуесосы, блядь, хватит, блядь, ебаный ваш рот, нахуй, блядь, дезинформировать. Найдите ебаную пушку уже. Она стреляет от... Не умеете, блядь, дальше, в часы, блядь, научитесь дальше, глазами, дальше, блядь, смотреть дальше, и сами сходите, дальше. Если, блядь, не умеете на информацию она передавать. Она не на той башне, она следующая. Она на другой башне, на дальше, которая. Хорошо, вы займитесь, хорошо? Возьми с собой еще одного-двух человек. Так, хорошо, все, на 3 часа пошли. Горида, снова остаешься в дефе. Шесть со своими ребятами. Я остался, но если что, Луиза-то у меня в группе. Она одна и еще одного возьмет. Снимут пушку и вернутся. Ничего страшного, пошли вниз. Пошли вниз, спускаемся. Быстрее, 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 вниз спускаемся. Здесь вот спускаемся. Здесь спускаемся. Здесь спускаемся. Быстрее, пешочком. Ко мне быстрее! Слоупоки. Вперед. Вперед, 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 вперед. С этой стороны будем проходить. Движемся. Ешечки нажали. Купола 3, 2, 1, сдаем. Зашли сюда. Зашли сюда. Зашли, зашли, зашли. Меточку дал. Зашли, дошли, работаем. Все, продолжаем. Внутрь кипа. Ближе внутрь кипа. Оно тут уже в целом все уже сдохло. Бля, у меня шея заперла. Отпусти. Выпустите меня, пожалуйста, отсюда. Хорошо. Все, заливаем. Внутрь заливаем. Точечки убиваем оставшиеся. Блять, убили. Кто умер, вставаем на кипе и отбиваемся. Кто умер, вставим на кипе и отбиваемся. Флаг у нас еще живой. Отбиваться пока нет. А, ну хотя идет рейд такой, да, нормальный. Быстрее встаем на кипе, там как раз рейд зашел, подзаходит, под разрез наш. Давайте. Рейд зашел под разрезы, работаем. Работайте, встречайте их. Отлично, флаг живой, все нормально. Там работяги отлично со стены работают у них. Все, пусть работяги продолжают там работать, мы сейчас подойдем. Ребята, отбиваем, 9 часов, 9 часов, 9 часов. У нас еще тут херова гора, блядь, туч. Точек. Вообще, точек, точек, точек. Добиваем. Где там эти хваленные рейнджи? Сейчас захват откатится и Илью ее убили. Ага, откатился, блядь. Все, поймал. Да пушка по-прежнему работает, сучки. Надо кого залить. Товарищ, если вас не... работяги бьют, если вас работяги бьют, бейте в ответ. Но не влетайте, пожалуйста, в них сами, в рейд их. Если в наглую бьют уже. Сами просто не этого идти, и все будет окей. Пушка все еще стреляет. Кролика, со скольки сейчас пушка стреляет? О, палаточек мы хватает. Потому что там она снялась в том месте. Хорошо, возвращайся пока. Может быть, она на скале на трех сидит? На краю. Ой, боже, ребята, найдите пушку как-нибудь. Я не знаю, научитесь уже, блядь. Пушка на 3 часа откуда-то стреляет. 3 часа, вон, летел снаряд, блядь, 3 часа. Ровно с трех прилетел снаряд. Разве сбор 9 часов внизу сам, ладно, где был флаг? 9 часов, ребят. Ой, блядь, ВАЗДов ёбните у нас на кипе. Отставить починку. 6 часов у нас еще несколько точек. Отработайте, это ВАЗДы. Наркоманы пытались преследовать меня. Нашла пушку на скале. На высокой. Вот, займись, пожалуйста. Все, отлично, пошли 9 часов, пошли со мной 9 часов, 9 часов по меточке. Рейд, 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 реагируем, 9 часов от подкипа, заставьте нахуй кип, блядь, в покое. Не... Да, в нихуй то. Где он? Где ты, блядь, что ты дал, блядь, кого ты дал, нахуй? Я их половину ополовинил. Пошли вниз, пошли всё, вниз, пошли сняли пушкаря. Пошли вниз. Молодцы, возвращайтесь. Да-да-да, вот сюда бегите. Блядь, где 9, нахуй? Как вот, там? Они сейчас, они идут к вам. Вот, вот, 3, 2, 1, без ешек, пошли в них.
Залетаю вовнутрь, зашел вовнутрь, дал ульту. Проходите вперед. Работаем. Проходим дальше. Отлично. Дальше. Продвигайтесь. Все, отлично. Остатки добили. С двух ног в шаю влетел, заебись, бля. Че, блядь, не берешь все в руку, блядь? Ой, сука. Остатки добейте, возвращаемся. Ломай ему лицо, кроль. У меня в руках. Красава. Все, накип, поднимаемся. Подъем накип, быстрее. Нужно к Айдишкам идти. Вазды зашли на нас. Вазды зашли. Пойдемте убивать ваздов. Под кипом убьем ваздов и пошли вперед. Все, хорошо, оставить ваздов. Все, их убили. Все, нету ваздов. Пошли на 3 часа, на подъем. На подъем, откуда идишки заходили. Все вместе, бегом. На подъем, быстрее. Поднялись, собрались, на метку собрались, быстрее. Залетик, есть кого ульта? Все же медленные, аж ваш, блять. Разбав есть, пошли вниз. Ой. Быстрее вниз спускаемся, быстрее вниз спускаемся. Почему этой текстуры здесь нет, блять, она же была, блять. Вниз спускаемся, пошли вниз. Блять, оружие сложил. Прошли вперед. Айдишки, пошли в них, врываемся. Работаем. Дальше вперед. Дальше, заходим. Пошли. Ешки сейчас нажали. Купола отдали. Заходим. Внутрь. Зашли. Дал 200-ки, почти многих убил. Да, зачем тебе 200-ку отдал? Куда? Ну, чтоб красиво. Все, ребята, в кип зашли. Работаем по кипу. Ребята, в кип. Дамажим. Алпава кип, я баф. Ауа, заходим. Алоэ. Кип дамажим. Леша, хилься, мать твою. ПВЕ дамаг, ха-ха-ха, понеслось. Продолжаем дамажить кип. Кип дебафнул, должен побыстрее пойти. Как ты дебафнул, блядь. Всё, пушку отсюда можно снимать. Уходим из-под кипа. Вы чуть-чуть выше. Рейфорзы к нам заходят. Так, кто умер, на кипе встаем. Здесь кто живой есть, работайте по айдишкам, продолжайте. Пока из кипа выйдите. Ничего страшного, Горидо, ничего страшного. Не паникуй. Все, кто умер, встаем на кипе, отбиваемся. Все, кто там живой, продолжайте на дишках работать. Умрете, станете на кипе. Мы отобьемся, ничего страшного. Водка кончилась. Рейда я не вижу здесь, блять. Надо налить еще. У айдишек осталось вообще. Максимум 50%. Максимум 50%. У них меньше 40. Отлично, все. А, ребята, 5 часов, добейте остатки. Это вазды. Остатки добейте. Хорошо. Все, ребят, движемся на 3 часа. Ой, да, все правильно. На 3 часа на подъем. Все вместе, пошли за мной. На 3 часа на подъем, движемся. Вперед. Собрались. Собираемся. Так, 200-ку забыл, что она здесь не нужна. Собираемся. Разбавчики шаи дали. Вниз спускаемся. Пошел вниз спуск. Ко мне. Здесь спуск. Пошел вниз спуск. Проходим вперед. Снова также обходим их и заходим, собственно, с 9 часов. Воу. Пошли. Ёбните вот этот залог. С 9 рейд фразов идет. Ах, ничего страшного. Пошли. Магия ускорения. Добиваем. Бьем. Тут разрез. Похильте нас и добейте в спине хуйню. Все, под кип. 3, 2, 1, залетаем под кип. Ой-ой-ой, конечно. Зашел под кип. В спину ударили. Хорошо, продолжаем. Внутрь кипа работаем. Все, форза заходит к нам. Кто умер, вставайте на кипе.
А пошел разрез, вышли из-под кипа, пошел разрез. Я встану на кипе, ничего страшного. Кто умер, вставайте на кипе. Все живые, останьтесь. Отойдите чуть-чуть подальше. Там бы целый разрез был за. Я не знаю за что. Ничего страшного. Поднимается. Ребят, нас не сольют быстро, не паникуйте, пожалуйста. Не та весовая категория. Там сейчас работяги работают. Убиваем белые точечки. На айдишках. Все, кто живой, работайте по айдишкам дальше. Все, кто мертвый, встали на кипе, отбиваем фарзов. Да, все спокойно, они заходили по узкому проходу в одну цель. Ребят, вообще не вижу никакой проблемы с фарзами. Вы переоцениваете силу фарзов. Они нас не убьют за заход, поймите это. Тем более не в той консистенции. Они сейчас достали флаг. Лошадей. Флаг нашли, где он? А еще, еще, еще. А, еще флаг. Ну, одна минута флага, это по идее должна была уже готова быть. И петь ланки. Хорошо, ребят, вернулись под кип, починились, а? Вернулись под кипу. Чё, кролик, мотивация не помогла, да, получил захват, тучку. Ну почему я одного ёбнул, кого хотел? Быстрее, ребят, быстрее, быстрее. Так, две пушки я слышал. Двигаемся к, ребят, трех часам подъема. Пошли. Пошли, пошли. Горит так же, остаешься. Помоги застройкой. Поменяйте уж палатки какие-то. Сейчас они там вроде как работяг отбили и отстраиваются. Пошли, пошли, пошли. Мы сейчас быстренько заход сделаем. А, так, стоп. Что там? А я опять на три часа за пушкой пошла. Ребят, 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 пойдемте вот здесь внизу убьем пачечку. Вниз заходим. Вниз заходим. Ульта стоит. Ульта стоит, работаем. Хорошо, добили остатки, добили остатки. Белые точечки допилите. Скорее всего... Флага нету, или они просто пришли? Пиздец, оружие складывается. Так, ребят, вернулись к кипу. Все вместе вернулись к кипу. К нам снова сейчас рейд зайдет. Ну, частично рейд зайдет. Пошли, пошли, пошли. А, погодите. Да это вазды, блять, хуйня. Короче, возвращаемся на подъем. На подъем, где айдишки заходили, пошли туда. Идем в сторону айдишек. Кто вниз упал, двигайтесь в сторону айдишек. Заходите в этот, в руины замка. Движемся в сторону айдишек. С 9 часов заходим. Как мы до этого заходили? Пошли. Вижу работяги у них на стене. Пошли, пошли. Уй, с ними. Пошли в сторону экипа. Движемся, движемся, ой, движемся. Айдишки заходят. Пачечка. Куда они заходят? Так, залей ульту. Залей. Да нет, все нормально. 5% не хватает. Ну они тут бегают. Да, спасибо, есть. 5, так, 5. Хорошо. А что там? А там спину что-то ударил. Все, кто живой, пошли. 3, 2, 1, врыв пошел. Дал внутри ульту. Дал внутри. Здесь все бьются, все бьются, все бьются, все бьются. Работаем. Продолжаем. Внутрь кипа проходите. 20% блядь, кипа. Меня прокинуло, ёб твою мать, блядь. Всё, кип 10%. Ребят, 20% кип, работаем по нему. Где, блядь? Рейд у нас на кипе. Кто... Те, кто умер, блядь, вставайте остатки на кипе. Рейда. Я хуй узнать, где вы, блядь, сдохли. Ладно, вернулись к кипу. Там 20% кипа осталось. А, нет, Лёш... Те, кто был со мной, я их понял, но большая часть другого я не видел, понимаешь? Работяги зашли на дишек вашим рейдом. Да, я вижу, ребят, я под кипом, блядь, лежу нахуй, вижу же, естественно. Встаем на кипе, отбиваем, что там зашло. Остаточки-то отбиваем, тут немножко. Работаем, ребят, работаем. Ребят, кип отбиваем, не ковыряемся в носу.
Все, белые точечки. Нет, у меня просто рейд не собрался, куда-то съебался, размылся весь рейд сам по себе. Вот и все. Двух палаток лишились. Ну ставьте палатки, добивайте остатки. Так, они откуда-то идут с 12. Просто уешки кастуйте, он сдохнет. Ставлю одну палатку. Так, хорошо, пошли попьем айдишек, бегом. Айдишек 5%. Пошли на айдишек, бегом, все вместе на этот подъем сраный, пошли. Собираемся на подъем. Нашел флаг, Фарзов. Перед спуском. Около ворот. Каких ворот? А, далеко. Далеко, похуй вообще на него. Пошли вниз, пошли вниз, пошли быстренько. Да, на самом деле вообще пофиг. Спускаемся. Спускаемся быстрее вниз. Здесь вот быстрее вниз спускаемся. Хорошо, обходим, вперед, бегом. Бегом, 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 бегом. У нас на типе все хорошо. Маги ускорения здесь дали. Дали маги ускорения. Качка внизу сейчас подойдет. Пошли вниз. Под кип, готовность. Все, что есть, нажали без куполов. 3, 2, 1, пошли. Залетая внутрь кипа. Внутри кипа дал ульту, работаем. Хилы под кипом подняли и работаем. Кручусь под кипом. Еще бы кто-нибудь помогал бы под этим ебаным кипом бы, блять. А не стоял бы там где-то сзади, нахуй. 2% кип. Пусть работяги просто в кип залетят и там добьют его. Все, уходите отсюда, вернитесь на кип. На форсов сейчас пойдем. Работяги добьют, думаю. 2%. Нет, чуть больше. Вот теперь 2%. Ничего себе, фамилия Джеронима. Все, они добили. Встаем на кипе, собираемся. Ну пусть ставят форпост на них. Мы тоже сейчас форпост поставим и пойдем к ним. А третий-то форпост кто-нибудь брал или не брал никто? Я не брал. Ну потому что нахуй его брать, да? Отбиваем остатки. А флагов мне просто сломали из-за этого. Ну ладно. Ну, в общем, я снял 20% почти флага. Ребят, зачищаем вокруг кипа. Вокруг кипа. Вот сейчас можно дочинить кит до соточки. На всякий случай. Чтоб был. Пушку на форзов можно ставить. Говняки снизу лезут. Ну, пушка по нам так и стреляет, да? Просто достали лошадей. Чиним кип до соточки и восстанавливаем палатки. Работяги сходят, пока ВАЗДов убьют. Ой, ой, а что случилось? Их же нету там, блять. С самого низа пушка стреляет с 9, даже с 10. Так, снова пушка. Смотрите, откуда стреляет. Под кипом. Ребят, вернитесь, блядский кип. Вы куда съебались нахуй? Почему, блять, на кип с починку встало, блять, пару человек всего? Артиллерия готова, заберите. Быстрее починили кип, бегом. Ты говоришь, флаг форзов под восточными воротами, которые? Да. А похуй вообще, наверное, далеко он слишком. Там очень далеко, на самом деле, тут без разницы, пофиг вообще. Можем по пути еще ВАЗДов просто взять, принести сразу. Две точки идут. Тупо топорами зайти. Не надо, какие топоры, блять. Хоть что за хуйню ты предлагаешь, блять? Топоры рулят. Так, палатки стоят. Рейд на нас заходит, прочекайте. Заходит. Где рейд заходит? Куда стрейд зашел? Вроде нет. Инвалиды зашли. Мы их законтролили на входе. Отлично. И подчинили. Есть соточка? Пытается подняться. Там просто узкий проход, и у них шансов нету. Соточка. Есть сотка, есть. Хорошо, взяли все лошадей, метку для сбора ставлю. Подъехали все на моем. 9 часов люди подходят. Кто? 9 часов форзы зашли. Немножко, совсем чуть-чуть. Сейчас отобьем. Пожалуйста, на кипи сначала, а потом берите лошадей. Жду на вас на метке. Давайте. Готово. По нашему рейду с вами тоже? Да, все, давайте к нам.
Если чё, вернемся в ДФ, ничего страшного. Да откуда эта хуйня стреляет? Добейте только вот то, что зашло, да чтобы оно не ломало. Все убили, все убили, все. Пушка с 10 всё, берите коней и все сюда, ко мне на метку. Стоит. Давайте, двигайтесь. 10 сейчас проверю. 10. Уже сносим. Они на с флага, флаг, что ли, стреляли? На флаг фарзов забейте болт, вообще похуй на него. Едьте на мою меточку, давайте быстрее. А у них пушка с флага стреляет. Приехал. Судя по всему. А нода приехал. Да, блять, забей ты болт на нее, блять, уже. Похуй вообще. Давайте сюда быстрее. Залейте 200-ку. Если... 1% не хватает. Все, спасибо большое. Больше не надо заливать пока. Хорошо, доехали, надеюсь. Отлично. Пошли потихоньку. А развес на флаге, если надо будет вставать на кипе, я скажу об этом. Все стоим на флаге. Остановились пока. Пошли вперед. Спасибо. Боец. Я видел тебя, я видел. Вот здесь остановились, собрались. Маги ускорения. Пошли вперед. Ешки нажали. И под кип 3, 2, 1 просто заходим. Просто заходим под кип. В первую очередь палатки и все остальное. У нас гости. Хорошо. Работаем. Работяг уберите отсюда, пожалуйста, нахуй, блять. Горида, убери их нахер, они, блять, нахуй нас стреляют. Сука, убить работяг вот здесь, вот 12 часов, ёбнуть этих уёбков, блядь, наёмников ебаных, блядь, спермоедов ебучих, блядь. Разъебать нахуй их, блядь, выебать, блядь, вынести отсюда ногами вперед, блядь, уёбков ебаных, блядь. Детей с шалав, блядь, ебаных. Работаем здесь. У нас лечилки падают, огненько падает. Ломаем, ломаем, ломаем. Так, кто умер, на кипе вставайте. Так, дай сумон под кип наш. Те, кто живой, здесь работаем. Все, кто умер, ставим на кипе. Так, дантист, я... Юзора, возвращаемся на кип. Жмите... Понял. Назад. Остальные под кипом их работаем. Все палатки убить, огненки. Все там уже убито. Осталось только огненки. Хорошо, продолжаем. Продолжаем. Да тут нихуя не... не нету их, блядь, толком. А мы их поубивали уже. Чё, блядь, нахуй я этот сумон жал, блядь. Чё, блядь, не сказали, чтобы их убили, нахуй. Нахуй, блядь, я возвращался, блядь, на кип. Да я мертвый лежал. Ёбаный, блядь, не вставайте на кипе никто больше, блядь. Нахуй вы встаете на кипе, я уже не... Всё, на всё, тот всё, момент у нас полный рейд. Всё, сейчас был. Не вставайте на кипе. У меня, блядь, информаторы, блядь, от бога, нахуй, одну хуйню несут, блядь. Был полный рейд, мы с ним дрались. Все, берите лошадей, пиздуйте к ним на кип. Берите лошадей, пиздуйте. Все, похую вообще. Поехали к ним на кип. Поехали к ним на кип, берите лошадей. Сваливаем с кипа все. Вот сейчас не встаем на кипе, встаем на форпосте. Движемся в сторону фарзов. Карида, ты с нами тоже езжай и людей забери с собой своих. Людей я отправил, помогаю с подстройкой или не надо? А, ну все, да, давай. Застройка помоги, а людей отправь, все, хорошо. А так, ладно, ребят. Фул разрез. Да, все, у них нас уже разрез, мало. Они ушли в кип. Собираемся на... Так, отошли немножко от их кипа на 6 часов. На 6 часов отойдите от их кипа. Уйдите.
Под разрезы самостоятельно отходите, если меня там нету. Блять, ну работяги, конечно, бы лучший флаг поставили. Подойдите сюда, я вижу уже здесь. Хорошо, забавчики дайте, Шая, на меточке. Угу, пошли за мной. Ты с него уходи. Сюда. Ешечки а? Нажали. Под да, три, спасибо. Два, один, полетели. Дал ульту там. Дал ульту 200-ку. Зашли внутрь. Бля, мне... Огненка сбила. Ладно, я несколько человек забрал. Внутрь кипа зайдите и убейте их, пожалуйста. Работаем с 12 часов. Проходите на 12 часов от их кипа. На 12 часов, ребят. На 12 часов от их кипа. Работаем с 12 часов. Убиваем огненную, которая с 12 часов. Вот. Работяг попросите, пусть работает с 6 часов. Или с 9. Ребят, перейдите на 12 часов. Передал. На 12 перетеките на 12 часов, вашу ж мать, блять, вот сюда вот. Да, вот, хорошо, вот отлично. И вот огненную заливаем, людей убиваем, огненную заливаем. Лёша, уйди оттуда, чё ты, блядь, стоишь там без хп? Разрез форпост, ребят. Пушку можно не ставить уже, можете просто прийти и нам помогать. Если, конечно, ставили ее. Форпоста просто дотекаем спокойно. Передвигаемся на 12 часов от их кипа. Да, тупо обходите, реально тут вообще ничего такого. На горочке, с горочки их встречите. Прикольно. Да там бы эту хвачу добить. А это сейчас тут обьем как раз. Ну, она как раз через наш проход идет. Каждый пробегает, ударяет и нормально. Что вы там, блядь, забыли нахуй? Проходите туда дальше. Вот здесь ебемся, блядь, вот здесь трахаемся с ними, вот здесь вот. Дал. Забавно на них, прикольно. Или фамилия. Работаем, продолжаем. Огненку спилили, все. Чуть-чуть отошли, чуть-чуть буквально. Ой, блять. Я работягу убил. Случайно. Взял захват. Уходим. Не надо. Били? Молодец. Блять. Все, отошли. Вышли из-под кипа. Там разрез пошел, вышли. Нам бы сюда Шая, вот куда-нибудь сюда, чтобы бафать. Вон там Анода с нами. Во, Анода, отлично. Здесь бафай. Бафай. Один. Вот то, что вышло, дерется, уже можно. Большой разрез пошел. Огромный разрез. Понеслась. Огромный разрез, ушли из-под кипа. Уйдите дальше. Хули вы там забыли, блять, продолжайте стоять. Я сказал разрез, значит, надо съебывать нахуй. Понял. Из-под разрезов выходите. Готовность возвратиться. 4, 3, 2, 1. Погнали. Все, можно возвращаться и работать по ним. Все уже бьется. Зашел, дал ульту. Работаем. А где кого убивать-то, блядь? Че за хуйня? Юзайте, короче, алхимию ПВЕшную. Ебать, я подам надо хуячу, блин. Скорость атаки бешеная. А надо... У тебя пятое все, да? Ой, попроси, пусть добьют свою огненку на своей стороне. Она нам очень мешает, милишникам. Так. Аккуратно. Хилы подняли. Так, небольшой разрез вышел. Отошли. Чуть-чуть отошли. Нормальный на самом деле пошел разрез. Вышли. Я никому не скажу, что лучник работяг меня убил. Батьки разрезаются, умрут, и потом мы зайдем. Или маг, я не знаю, кто там. Кто это? Они стреляли. Это лучник. Я так и знал, да, он лучник. Подходим. Вот теперь пошел полный разрез. Вот этого агрессора ёбните, пожалуйста, у меня в руках, блядь. А почему он не бьется, блядь? А чё он не бьется, нахуй, а? Чё это, блядь, такое, нахуй? ХП вообще не отнимается. Последний, говорит, нажал. Работаем. Нет, он в тучку ушел. Взял захват, ебить. Все, пошли в ту сторону кипа. Можно под кип залетать. Оставьте кип мне, пожалуйста. Все бьются. Зайдите под кип. Я тоже хочу. Ай, ладно. Все, дамажим кип. Добили остатки. Белые точки дочистили. Работаем. Проходим сюда быстрее. Где, блядь, мой рейд? Где, блядь, все, нахуй? Ладно, не залив... Только рейнджи пусть заработают. Там работяги пусть со своей стороны стреляют.
Блин, тут отличная горка для сбора. Ёбните вот этого Микки, да, вот этого хуесоса выблицкого, ёбните его. Стреляет в нас. Там лучник, да, Микки. Меня убил. Микки. Да, это, блядь, кто нахуй? Это офицер, блядь, или это наёмник? Это наёмники у них там. Ла, хуесосы, блядь. Ладно, ребят, добиваем кип. Садите, влетите в кип. Влетите в кип, все вместе. Давайте все дружно просто хуячи. Алхимку на ПВЕ и пошли. Те, кто не успел встать, вставайте в городе. Те, кто живой там на кипе как упадет, жмите в ближайший город. Эскейп спасения жмите, все. Осада для нас закончилась. Да, все, все, всех убили, а? Все. Наемникам спасибо, все остальные в рейд-канал собираемся. 50 минут, недолго. Гаша, изичный. Быстрее, собираемся в рейд-канале. О, мальчишки нам не враги. Разами даже вместе. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Так, сколько у меня спиздило врагов? Бля, пиздец, нахуячил.